Всем привет. Я все думаю, какой вот можно написать пост про декабристов, но как-то у меня не находится какого-то такого быстрого сюжета, бодрого, чтобы он цеплял. Могу поделиться своими впечатлениями от личности Константина. Это тот человек, который должен был стать императором вместо Николая Первого. Вот. Но он это не сделал по двум соображениям. Первое соображение, потому что он боялся, что его убьют, потому что его дед был убит гвардией, потому что его отец был убит гвардией, а еще потому что он влюбился, а влюбился он в польскую графиню грузинскую, ну, в девушку с такой фамилией, наверное, влюбиться не грех, вот, но кроме этого, он еще из-за любви это, их брак, он отрекся от престола за себя и за своих детей, что мне кажется достаточно прикольным и приятным, отказаться от всего ради нечто меньшего, но, наверное, приятного.